Від початку пандемії найбільш мутація коронавірусу призвела до нових хвиль захворювання. Як результат, сотні складних випадків хвороби щодня, що спричиняє новий британський штам. Він опасен тим, що він більше і швидше розпространюється, чем его предшественник. По течению заболевания он вызывает на 30% выше летальных исходов, чем ранее зарегистрированные его разновидности. Течение заболевания более тяжелое, более длительное, восстановительный период значительно дольше, и подверженность к заболеванию группы риска практически все население. Головна характеристика нового штаму – його підступність, кажуть лікарі. А ще маскування під звичайні гострі респіраторні захворювання. Если ранее для его предшественника не было характерно появление насморка, обильное отделяемое из носа, то сейчас люди, у которых появляется насморк, не исключают наличие коронавируса. Возможно исчезновение вкуса обоняния на 5-6 день, высокая температура, ломота в теле, головная боль, першение в горле, сухой кашель, одышка, боль в глазах и покраснение глаз. При появі таких симптомів слід телефонувати сімейному лікарю. В залежності від їх важкості фахівець призначає пацієнту зустріч. Медики радять не панікувати і довіритися вже напрацьованому алгоритму дій, в якому тестування не головне. Ні комп'ютерна томографія, ні рентген, ні ПЦР-тести, ні антиген-тести не являються лечебними процедурами. Поэтому панікувати не стоит. Тактика лечения от этого меняться не будет. Есть сугубо строгий протокол лечения пациентов, опираясь на тяжесть заболевания. Найбільш поширений варіант – амбулаторне лікування. Стаціонарне залежить від важкості захворювання. Если же пациент имеет одышку, учащенное дыхание выше 26-28 дыхательных движений в минуту в покое, если у него уровень сатурации проседает ниже 90-93, если же это сопровождается снижением артериального давления, посинением носогубного треугольника, ладошек, стоп, если температура не снижается на протяжении 5-6 дней, на уровне 39-40 держится, это является угрожающими симптомами, когда мы рассматриваем необходимость стационарного лечения. Штам змінився, утім методи його профілактики ні, наголошують лікарі та радять не нехтувати головними. Носим маски. Аргументация та, что мне тяжело дышать, это может только говорить тот человек, который не дышал под аппаратом искусственной вентиляции легких. Моем руки, мы обрабатываем поверхности, соблюдаем социальную дистанцию, вытираем руки, обрабатываем антисептиком, откладываем свои планы на путешествия, на занятия спортом, переносим их по мере возможностей в открытые зоны. Іван Проводов, Микола Замковий. Цей день.